Блин, тут... О, Леночка, у меня идея! Вот так тебе, Леночка, посиди там немножечко. Что-то мне, ребята, кажется, в этой машинке лишнее есть. О, вообще уже колесо слетело. О, пока-пока, Леночка. Блин, а где мое колесо делось? А это что такое? Машина в разобранном виде. Это Толик. Это 100% его проделки. Ждите очередное видео, где я с Толиком машиной просто разберусь. Я ее в хлам разнесу. Честное слово. Ё-моё! Руля в машине нету. Это жесть. О, ничего себе, у Леночки машинка уже целенькая, но она и шустрая. Ну ничего, ребята, сейчас пойду проведаю обстановку, как там дома. Леночка, привет, чем занимаешься? Фу, кто там, Толик явился, что ли? Блин. Да-да, милый, проходи, привет! Ну пойду я посмотрю, что меня там ждет. Может, опять какой-нибудь сюрприз, в каком она там настроении. О, Леночка, привет! Че, чаи тут попиваешь? А не, кофеек с конфетами? Да, попиваю. С подружками тут встретиться собрались. Может, сходи в магазин, а? Купи что-нибудь сладенькое нам. Да без вопросов, Леночка, сейчас сгоняю в мага, сладенького прикуплю вам. Зачет! Походу она не в курсе, что это я над ее машиной постебался. Ладно, пойду я быстро отгоняю в магаз. Походу она ничего не знает. Супер. А, ну что, пошел за сладеньким, да? Хорошо, сейчас будет тебе сладенькое. У меня полчаса есть в распоряжении. Сейчас твои фары, как я обещала, пострадают. Так-так-так, вау, он что, ключи забыл у меня? Вот это? Оу, ключики, теперь не только фары в моем распоряжении, теперь вся машинка в моем распоряжении. Ха, класс! Оу, две машинки в моем распоряжении. Машинку, которую стоит погромить, и машинка, в которой есть весь инструмент, чем порезвиться. Отлично! Еще и припарковался рядом со мной, блин, а? Стыда вообще никакого нету. Бампер почти, а, ну почти целый. Ну ничего, парки на месте. Что ж придумать такого-то? Стекла, что ли, повыбивать или, а? О, фары целые. Кажись, ребят, я как-то собиралась его сразу двумя фарами разобраться. Но еще, походу, их время не пришло. У нас там, помните, с вами условие было, когда видео наберет 5000 лайков. А что это было за видео? Оно пока еще не набрало 5000 лайков. Под видео в описании ссылочка на него есть. А пока у меня есть ключики от его машины, мы побалуемся с ней внутри. Возьмем нашу любимую биту. Ох, как же она мне нравится, помощница моя. С чего бы это нам начать тут такого интересного, а? Ну что, сейчас попробуем разбомбить этот рогатый значок. Ага, почти. О! Нормуль. Сейчас еще ногти поломаю об его машину. О! А! Вот она, дорогая. Получи. Вообще, я не понимаю. Одно дело эту фигню оторвать, а другое дело сейчас вообще без руля его оставить.
О, ребята, пускай теперь Толик рулюет, как хочет. Вообще его с собой заберу. Это будет мой трофей. Пойду теперь с другой стороны повредничаю. Посмотрю, что там сделать-то можно. Рулюем. Сейчас дальше навредничаем. А эту фигню надо окончательно разбить. О, детальки выпадают уже с нее. О, все, нормально. Тут дырочка такая, вмятина отличная. Вообще, на свалку ее. Вот блин, чтобы еще тут такого сломать, разбомбить, а? О! Сейчас на мелкие кусочки Толика машину разберу. Ай, классно. Но это, по-моему, так оставлять тоже нельзя. Тоже его нафиг. Ну его в баню. Так, что еще здесь такого бы мне разгромить? Блин, по-моему, вообще скоро Толик будет идти. Пора мне уже сматываться, забирая рули домой. Так, надо срочно забрать все орудия преступления. И руль с собой прихвачу. Оп. Закрываем. Как ни в чем не бывало. Мне кажется, Толик сейчас будет такой разъяренный, что моя машинка точно пострадает. Надо-ка ее тоже отогнать, спрятать в другой двор. О, шоколадочку прикупил. Вроде у меня там в машине пепси было. Пойду-ка я возьму. Ё-моё! Я не понял. Это что, это моё? Где ключи от машины? Блин, только ключи от дома. Нифига! Ё-моё! Ё-моё! Руля в машине нету. Это жесть! Так, я ж ключи у Леночки оставил. Блин, вообще руля ничего нету. Это она поиздевалась опять над моей машиной. И закрыто. Блин. 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 Ё-моё. Дырка опять в машине, подушки нету. Я уже один раз ее покупал. Блин, это Леночка. Ну ладно, чё, сладенького захотела, да? О! Один раз я ее не открутил, а здесь я ее открутил. Ну сейчас я тебя по заднице отшелепаю этой прутом железным. Блин, где эта Леночка? Так, ё-моё, какая там у нее квартира. По памяти как вспомнить. Ключей нету. А, походу 30-я. Давай, давай, Леночка, открывай. Сейчас ты у меня резгой по попе получишь. Я с тобой разберусь. Это что такое с домофоном, я не понял. А ну-ка. О, все работает. Я не понял, она что, сбрасывает? Ты смотри. Вообще... Вообще домофон отключила. Ну ладно. Все, походу не попаду я сюда. Блин, что у меня там? Ключи от дома остались. Дождь пошел. Как-нибудь домой попаду. Телефон есть. Сейчас такси вызову. Так. Леночка вообще припухла. Ладно, поеду домой съезжу. Промокну весь, дома что-то придумаю. Лучше думается в тепле. Ребята, ну а вы были на канале Crazy Life.
Подписывайтесь обязательно, если хотите видеть продолжение. Ставьте лайки, ну и не забывайте на колокольчик нажать, тогда вы точно не пропустите новый видос, как я поиздеваюсь над этой Леночкой. Все, всем пока, я поехал.